и она стала веселой. Как ее зовут? Девочка Волос. Лариса? Она дома. Да? Я хочу. А вот и Лариса. Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуй, Лариса Анатольевна. Это ты у нас была не смеяна. Да получается, что я только я не поняла, как так это получилось и вообще, что это случилось. Ой, Лариса Анатольевна. А где моя помощница? Не знаю. Кто знает, как мою помощницу зовут? Снегурочка, правильно, мои хорошие. Давайте ребятишки позовем Снегурочку, мою помощницу. Ну-ка, кричите. Снегурочка! Снегурочка! Кричите, не идет Снегурочка. Давайте. Несмеяна развеселилась и превратилась обратно в Ларису Анатольевну. Ой, а можно-ка я всем ребяткам, ну-ка посмотрю, волшебное оно или нет? Попробовали. Сейчас посмотрю, как вы смеетесь. Вот как посмеялась. Молодцы! Как хорошо, когда повсюду... Звучит веселый детский смех. Хотим поздравить с Новым годом родителей, всех-всех, и всех-всех-всех. Дружно за руки беритесь, хоровод все становитесь. Девушка встанет посередине, а вы вокруг бегаете. Устали я берега, цветут под Новый год.